Находящиеся в Ливане сирийские беженцы надеются, что переговоры в Астане будут способствовать улучшению ситуации в Сирии, и они наконец-то смогут вернуться на родину. Однако провалы предыдущих встреч оборачиваются большим разочарованием для мигрантов. Но, несмотря на неудачи, они верят, что рано или поздно мир наступит и в их стране. Я так надеюсь, что уже скоро в Сирии и во всем арабском мире наконец-то наступит мир и спокойствие. Мы многое пережили, и нам очень тяжело. Скитаться по миру вынуждены до 5 миллионов беженцев из охваченной войной Сирии. В качестве основных направлений они выбирают соседние государства. Так, в Ливане проживают более миллиона переселенцев. Треть из них недоедает. 71% живет за чертой бедности, и более половины семей ютятся в тесных комнатах. Такую вот неутешительную статистику приводит ООН.